Привет-привет. 7 утра. Пойдемте прогуляемся. Пойдемте прогуляемся. У нас одно задание есть активное. Ну, кроме тех, которые без точек, да? Это лаборатория. Лаборатория. Знал бы, что все. В принципе, все сделали. Деловой у нас парниша, СБУшник. Все прям переделал, все при этом. Вот что такое? Почему он окружен каким-то колечком? Не, не надо меня никогда провожать пока. Так, сохраниться надо на всякий пожарный. Ты бываешь, выходишь, а тут куча зомбаков. Прям перед дверями, как на Янове. У меня, в принципе, было не раз уже. Так, нам перед домом. За дом, через дома и прямо, да? Окей, побежали. Кстати, выброс был уже, поэтому могут быть свежие зомбачки. Бесит меня, что он на бордюрчиках спотыкается. Так, фонит-то как, а, слушайте. Треск аж слышал. Жаль, побежали. Ох. Подтупки. Так, и вон то КБО юбилейное. Теперь на этот раз нам сюда точно. И здесь была дырка, голубятня. Кстати, недавно у нас видел голубятню тоже. Она почему-то, правда, на земле стоит. Так, а это другой, по-моему. Да? Раз, два, три высотки. А я был где? Прометей. Старок его. Не, все-таки, наверное, это тот. Та аномалия, вернее. Где я подобрал вчера какую-то фигню. Кстати, по-моему, вот эту я подобрал, да? Светляка. Первый раз вообще такую штуку нашел. Хотя чувак, который скупал. Ну и скупает в первой локации все. Он не раз требовал такую фигнюшечку. Там внутри что-то шурхается. Так, зомбачки пошли, да? 11. Ну их 11 и оставалось тогда, насколько я помню. Так. Что-то я не понял. Я как-то заходил с другой стороны, что ли? На, это школа, блин. Не сюда нам. Она вот сюда. Я еще не дошел, получается. Вот он. Ищу, как говорится, иголку в стоге сена. Че, главный вход? Завалимся через дом быта юбилейный. А что такое КБУ тогда? У меня так фонарик горит, да? Первый этаж я, по-моему, обшаривал весь. Стрёмно тут ходить. Тут зеркальная лестница. Так, здесь обрыв, да? Связи. А вот здесь я, по-моему, поднимался. Код воспрещен. Второй этаж я не помню, осматривал, нет? По-моему, осматривал, я побегал по этажу. И никого не было, и ничего не было. А, не, вот с этой стороны я поднялся. Точно. Да. Отсюда. Тут еще и лифт есть. Нерабочий. Куда снаряд попал, что ли? Обрушилось. Лестничный пролет весь обрушился. Я вот думаю, не лучше ли будет дробовичок, наверное, взять. Потому что в таком узком пространстве у него хоть и меньше боезапас. Ч
Что-то их тут дохерища просто. И где они все, непонятно, потому что они еще как выползут, как выпрыгнут. Где они загорают? 13 штук, блин, аж. Никого. Сим-сим, отдайся, сим-сим, откройся. Нету ничего в сейфике. Противник! Я ранен! Как ты ранен? Я же тумбу убил. Ну вот они, пожалуйста. Так, ладно, здесь надо все-таки винтовочку, наверное. А если у тебя гранатка? Ну блин, кидай ты, господи. Сейчас докидаю гранату, отсюда уйду. Попадают по мне, падлы. Нахер мне эти патроны, но не могу оставить почему-то. Вот я думаю, что патроны — это пипец как надо. Так, здесь ничего. Стрелка желтая пока показывает. Это значит, наверное, я еще не на этаже. Она должна быть окружена, по-моему, кругляшкой. Так, этих я здесь переложил. Вот это надо. Так, винтовка мне твоя нафиг не сдалась. Стало 9. Было их 13, стало 9, да? Негритят. Разрядим. Собирай обратно свою штуку. Аптечки, гранатки. Так, отсоединить прицел, разрядить. Мне прицел интересен этот. Держи, чувак, свою штуку. Прицел, 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 куда он делся? Во. Не, сюда я не могу подцепить, да? Ну и хрен с ним. Где-то тут шурхается что-то. Так, отсюда я прошел. По-моему, там путь один, да, наверх, это лестница. КБО, КБО. Какая расшифровка у этого КБО, интересно. Кстати. Нихера себе тут аномалия. А где они, получается, все? Все эти балабасы наверху, что ли? Вот я вижу зеленую точку одну и вот вторую. Интересно. Ну ладно. Так, что-то я заплутал. Ага, вот лестница. Пойдемте выше. Точно, точно. Или мы выше не сможем пойти? Так, что за нахер? Что-то я не могу протиснуться. И не приседает он. Так, это не та, наверное, лестница. Что-то мне начинает казаться, как будто я попал. Помните, было место, где отбрасывало все время назад? Вот такое впечатление, что это такое же место. Нет, вот, все, здесь лестница нормальная. Сим-сим, откройся, сим-сим, отдайся. Но ты не бойся и не стесняйся. Ну что ты ушел? О, черт! Долго я ждал. Я
Блин, он стоит до сих пор, какого хрена? А, он все-таки упал, по-моему, да? Па-па-па-па-парам-пара-пара-па-пам. Ни хрена себе, мы покоцали бронюшку. Так, их осталось 5. Было их 9, их осталось 5. Тут тварь стоит, по-моему, нет? Которому я в ногу начал целиться. Опрометчего. Так, у нас еще и дальше. Путь-дорога. Но это эти, по-моему, монолитовцы сумасшедшие. Фонарики. Блин, в плечо его застрелил. Мышку дернулся от неожиданности, блин, и получается, блин, подобрал. Нечаянно, блин, сдвинул прицел и стал стрелять уже не в голову, а в плечо насовал ему. Блин, откуда я пошел? Отсюда, наверное. Так, 4 их осталось, да? Это вот Трупаченский, который на входе был, да, там. Кстати, открывается, нет? Нет, закрыто. И здесь закрыто, да? Сейчас савандейки хотят тоже сделать. Заходишь так вот в туалет. И уже обосрался. И уже тебе ничего не надо, даже присаживаться. Так, вот путь наверх, я так понял. Путь наверх. Та-та-тара, пусть засохнут и умрут. Что у тебя? Что, в руке одна винтовка, здесь другая. Прям понабрал арсенал. Так, гранатку давай тоже сюда. Ну все, пойдемте еще выше. Так, вот и аномалия. А вот и газовый баллон. А, это не газовый, это пожарный. Ну, 4 человека еще здесь есть, точно. Ой-ой-ой. Аномалия прямо по курсу, да? Тут, наверное, аномалии взрослые. Что они делают? Смотрите, суд, что ли? Обоссали весь этаж. Что у меня там с броником? Неплохо так напихали. Осталось их 2. Та-та-та-р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 а
Ах ты ж, падла, выскочил. Куда он делся? Ну, это был хороший хедшот. Остался один. Ну, тут и один, в принципе, завалить может. Они, если метко стреляют в головешку, то, блин, не сдобровать, может быть. Так, это не открывается. А где? Только что ж показал мне, что здесь артефакт. Твою ж мать, а? Хрен пройдешь еще. Где-то что-то вывалилось. За стенкой, наверное. Нет.
Хер поймешь, где артефакты эти. Он же на другой стороне здания. Так, пусто. Вон оно. Все. Блин, мне броник показывает, что покоцан. И я такую дозу получил. Ну, зато у нас здесь сейчас свободно. Более-менее, конечно, относительно. Так, тихо, тихо, тихо. Как они тут среди аномалий стояли? Черт, у меня уже 20 гранат. Нахер мне столько? Вернее, даже не 20, а 30. А, не 20. Та-та-та-там. Я вот не понимаю, че, куда делись эти артефакты? Я рядом с одним проходил, они какие-то бродячие еще, блин, тут прям аномалия сразу рядом. Так, здесь закрыто, закрыто. Что-то я уже по кругу прошел, да? Та-та-та-рам, та-та-та-та-там. Пускай будет, ладно, это что за таблетки? Барвинок, заживление ран. Окей, у меня тем более... Ну хотя не, у меня артефакт, который этот... С пупырками, типа осьминог, который завернули в клубок и завязали. Вон артефакты броют, смотрите, ну что это такое? Летают твари. Вот. Пшикнул, он наверху, наверное, еще выше, да? Так что здесь смысла нету гоняться за артефактами. Так, и мне надо тогда... Вот, черт. Куда-то вот туда. Где-то был проход какой-то. Да, вот он. Проход, проход, проход. Это последний, которого я завалил. Вот здесь комнатами можно было пройти тоже. Блин, господи, ну и план. Кто это проектировал? Прибейте его, пожалуйста. Уже, наверное, поздно. Так, один наш. Вот этот вот клиент, это наш труп. А вот тот, который дальше около лифта лежит, это не я. Я не имею к этому никакого отношения. А, блин, это же, наверное, этот, куда мы из-за чего и пришли, да? Обыскать труп. КПК. Барчук, наемник какой-то. И чё? Давай вот тут заберем. Ничего не дает нам. Ну хрен с ним. Найти генератор. Вы что, издеваетесь? Так, если у нас на радаре нету ничего, и у нас еще впереди, типа, мол, нужно что-то сделать, я так подозреваю, сейчас будет какая-нибудь страшная зверюга. Но, во всяком случае, мне так думается. Какой-нибудь контролер, карлик или еще какая-нибудь фигня. Так, вот генератор. Пожалуйста, эти крыши с аномалиями. Вот здесь все это и происходило. Выходим. Интересные какие-то блуждающие артефакты сделали, да? Дождик пошел. Здесь погода, как у нас прям во Владивостоке. А куда эти сволочи делись? Я ни одной зеленой точки не вижу теперь. Вот одну вижу. Колобродит там. Слушайте, убегает от меня. Вот они оба. Попались. Достижение искатель получено. Интересно. Это искатель, типа, какое-то количество, наверное, нашел, да, артефактов. Где там дверь была? Вот она, дверь. Чё я нашел?
голубого ежика, это восстановление сил. Не понял, это что же восстановление сил? А, это здоровье, да? Как он называется? Снежинка, тоже в первый раз нашел. Вот лунный свет у меня был уже. Так, так, так. Ну что, генератор включаем. Спуститься в лабораторию X8. Какие-то странные звуки. Как будто у меня что-то запущено фоном, и, наверное, звук оттуда издается, какая-то программа. Это в смысле, как это спуститься? Я еще должен туда прыгать, что ли? Вы что, издеваетесь? Серьезно? Пожалуй, прыгать я сюда не буду, а, наверное, на первый этаж спущусь. Что-то я боюсь здесь свернуться. Вот, да, плюс к тому же я хочу починить костюмчик. Починить костюмчик, починить костюмчик. Так, стоп, 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 пойдемте в обход. Что-то тут кругом аномалии. Тихо-тихо, по стеночке ползем, по стеночке. Так, вот здесь вот как-то вот так вот надо, по-моему, было, да? Не помню. Так, вот так и вниз. Ух ты ж, прыгнул бы сейчас. Пойду схожу, починюсь. И там что свет. А, я же запустил, засветилось все. Удивительным образом все работает. Через столько лет, ребята, техника на грани фантастики. Но техника, потому что создавала, чтобы не ломаться. В отличие от той техники, которую сейчас делают, чтобы она, наоборот, ломалась. Так называемое запланированное устаревание. Выгодная штука. Выгодная для кого? Выгодная для производителей. Больше мусора, больше денег. Ух ты! Так, к стенке, к стенке, к стенке. Где, 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 где? Вот так вот, как вампирчики бегают. Если вампир вас прижал, лучше что-нибудь за спиной иметь, потому что эта тварь постоянно пытается за спину зайти. Починился я. И пойдемте обратно в этот юбилейный подземную лабораторию. Ту-ту-туру-туру-ту-ту. Я думаю, может быть, если это лифт, шахта, она ж... Блин, показалось, рычит кто-то. Это лифт. И вовсе не нужно было прыгать. Ха-ха. Так, кнопочка, да. Сохранимся на всякий случай. Поехали. Спуститься в лабораторию X8. Сейчас, наверное, куча зверя будет. Уже кто-то шлепает босыми ластами. Или показалось мне? Нет, не показалось. Кто-то явно шлепает прямо над головой. А, доступ разрешен, да? Окей. Welcome! Мать, какая-то херня мозговая. Ага, понял я. А где ж ты, тварь-то, прячешься? Где эта тварина? О, потрошки с пюрешкой.
Аптечка. Ну давай, давай, бери. Окей. Идемте дальше. Кто-то шлепает своими грязными ластами. Вон тварь какая-то, по. А, не, это что-то клубится дым. Так, а здесь дверь. А, туалет. С душевой. Ну, блин, ребята. Атмосферненько, я скажу. Это реально атмосферненько. Слушайте, такая комната, сразу можно стрелять во всех входящих. Нам туда, наверное, походу вниз куда-то. Блин, столько здесь коридоров. Это такая же тварь, как на этом была. Она электрическая какая-то. Сгусток света летал, я помню. Ну, снорки. Так, аномалия. А что-то они как-то ложатся очень быстро. Все снорки вышли, нет? Снорки из норки. Ой. Блин, кто-то шлепает. Хочу посмотреть, что здесь такое. Просто аномалия, да? Так, а у нас второй. А, нету ничего. Ясно, 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 ясно. Так, 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 дробовик. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Да, тут нам нужно спрыгивать. Можно и спрыгивать, да, можно и спуститься. Мне кажется, я что-то пропустил, но хрен знает, в общем, пойдемте. Так, 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 что-то не нравится мне это пи-пи-пи. Ох, нихера себе, получил баллоном по башке. Я не могу, где эта тварь? И она показывает, что она меня видит. Как он меня видит, скажите. Все, не видит, что ли? Почему он такой невидимый прям здесь? Я помню раньше. Блин. Спускаешься такой, аномалия у тебя нарисована на этом. На приборчике думаешь, блин, пипец, сейчас как шандарахнет. Твою налево, а? Как здесь стрёмно. Я уже начал отличать двери, которые можно открыть, а которые нельзя открыть. Так, трупак. Что за трупак? Это снорк дохлый. Пытался пожар потушить. Так, эти нельзя открыть двери. Почему панели не осталось? Здесь что, блин? Так, 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 так. Где эта тварина, блин? Я бы ее пристрелил с удовольствием. Она где-то Блин. Кидает меня компьютерами. Такое ощущение, что он где-то за этими бегает, за панелями или по вентиляции. Так, ну я по кругу прошел уже, да? О! А вот этот эффект я знаю. И я без винтовки остался. Твою же налево, блин. А куда она делась? Она, наверное, вниз провалилась. Вот она.
Блин, у меня вообще паника. Что такое? Где? Как? Почему? Зачем? Где эти мрази все? Ну, одень, одень. Кто тут бежит? Это что было так? Как-то я непонятно. Они же метнулись, вроде были на одном месте, бац, такие переместились. Оказались на другом. Ох ты ж падла, а, попал. Ладно, короче, прыгаем сюда. Фиг знает, правильно я сделал или нет. Не, по-моему, я не смогу здесь пролезть. Эй-эй-эй. Блин. Так, да? Окей. Ну, пойдемте здесь вниз тогда. Господи, здесь где-то бюро этот живет. Что тут целая куча, короче, гопников каких-то, которые только что искупались, шлепают ластами мокрыми. Там вон аномалия. Та-та-та-та-та-ра-там. Да, я вижу ее, можешь даже не пикать. Опять где-то полтергейст. Собака. Хорошо ему, он меня видит, а я его не вижу. И как этот бюрер у меня тоже через стенку-то... Так, стоп, здесь что-то прям бурлит так все. Ну-ка. Да. Это я что ли поджариваюсь? Или что это? Или там кто-то ходит? Поджаривается. То я смогу перепрыгнуть? А! Перепрыгнул. Прямо туда прыгнул. Черт! Что ж ты будешь делать, а? Я не помню, я правильно иду, нет? Или я обратно просто вернулся? По-моему, я это видел уже. Ведро. Да, я обратно вернулся. Блин, я бы убил этого левел-дизайнера, который тут все натворил. Замучаешься здесь лутать. Вот честное слово. Опять эта тварь. Я не знаю, вниз спуститься тогда. Разве что. Пока меня не прибили тут. Па-па-пара-пара-па-пам. И здесь можно еще вниз спуститься, да? Так, это я вот... Да ёпарасоте! Такое впечатление, что маленькие солдатики бегают прямо... Да ёпарамане! Надо что-нибудь сожрать. Так, 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 так... Блин, баллоны летают. Твою мать.
Блин, за мной погоня. О! Покинуть подземный комплекс или продолжить поиски документов? Я не знаю. Не знаю, не знаю. Я бы, конечно, с удовольствием отсюда свалил. Там кто-то бегает и бегает. Даже что будешь делать? Я чувствую. Мне сейчас как этим баллоном как даст по башке. Вот бочка точно дала. Так, ну, хватит уже, хватит в меня кидать, а. Тварь, где ж тебя найти-то, а? Чтоб прибить. Блин, паника, паника, да? Та-та-та-там. Так, сохранимся на всякий случай. Это они шлепали здесь, уродцы мелкие. А, ну все. Здесь выхода нету, это просто какой-то зацикленный подвал. Продолжить поиски документов. Я, блин, меня бы кто нашел, уже сам тут заблудился. Это что за фигня? Ну, здесь еще можно было спуститься, да? Там путь наверх был. Я не знаю, куда здесь еще спускаться. Опять полтергейст. Блин, как ты меня задрал, а? Его не видно ни хера. Бесишь. Где ты? Где? Да что ж такое? А вы со всех сторон прете. Твари такие, а? Да хорошо, что мелкие, блин. Представьте, здоровые были бы. Так. Патроны, блин, а где документы? Везде вода. Какие-то болтики. Опять таблетки. Не вижу что-то. О, еще документы. Покинуть комплекс или продолжить поиски. Чтобы они еще искались так просто. Эти документы. Ну, я больше не вижу ничего. Подавитель агрессии, радуга. О, слушайте, круто. Макет внешнего излучательного комплекса. Масштаб 1:20. Красотища. Так, опять полтергейст сейчас будет швырять мне все. Иди в... пей. Это открывается, нет? О, господи, тут радиация смертельная какая-то. И что тут? Радио меня кинул, сволочь. Ой-ой-ой, не-не, не надо мне такую херню кидать, здорово. Блин, ну я задрался, честно говоря, тут тыкаться, как котенок слепой, во все. Где тут еще могут быть документы? Два я нашел. Так, здесь помещение какое-то интересное, оказывается, было. Господи. И тут летает шарик. Какого хрена происходит? Падла. Так, и мы этот шарик обратно закроем здесь. В общем, от входа сразу налево, и вот там дверь получается. Я-то думал, вон за дверью Тесла.
называется эта хреновина, аномалия. Не, она теперь летает нормально, все, ей пофигу. Так, еще документы нашли. Сейчас глянем еще, что у нас осталось. Теперь опять направо и нам, по-моему, сюда. Тут я снорков убил, и нужно прыгнуть в этот провал. Ну, насколько я правильно понял. Блин, да я здесь был. И оказывается, не все двери я все-таки разбираю. Некоторые двери можно открыть, а по внешнему виду мне кажется, что их нельзя открыть. Так, три снорка. Так, а вот здесь вот самое сложное, блин, и непонятное. Куда, что, куда идти? Опять эта тварь здесь. Туалет это или что такое? Компьютерная фигня, да? Задрал ты меня, ублюдок, блин, кидать мне всякую херню. Отстань от меня. Надоел. Это душевые какие-то кабинки. Компьютерная. Где-то должна быть столовая. Лаборатория. В лаборатории я был. Тут я все взял. Так, здесь я тоже был. Вашу маму, а? Как здесь все сложно и запутано. Хрен поймешь, короче, что куда. У нас тут еще активировался, короче, ремонтник, человек-сосед, я слышу. Так что запись, наверное, пипец вообще. Я прерву сейчас, потому что это невозможно. Так, через лифт я поднялся, и здесь бюрер стоит сразу. Плюс еще и полтергейст. Мама. Ни хрена я получил. Хрен тебе не баллон, застрял баллон, глюканул. Так. Был еще полтергейст. Задрал он, честно говоря, меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас сдохнет, нет? Ой-ой, что у меня здоровье того этого? Что-то как будто сбоку еще повел. Замечательно. И это вообще замечательно. Так, ладно. Ах ты ж тварь ты такая. Держи гранату, фашист. О. Еще, нифига не вылетают под ним. Вообще, слушайте, прикольно. Чувствую, придется перезагружать, а то что-то тут на подкачке. О, граната улетела вообще. Ой, вообще глюки, слушайте. И когда он выносит. Так. Мне осталась вот эта штука еще. Блин, тут еще этот страханный полтергейст. Я не понимаю, что с этим бюрером не так. Сколько можно стрелять в него? Так, и ружбайку он забрал опять у меня, да? Да. А я его там. Хрен с тобой. Блин. Тут что-то как-то опасно. Вон он, эта тварина. Так, 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 так. Ох, тут, тут их целая куча, да? Ты
Ты чё на этот свой глаз поставишь? Ох, ты меня ещё бить будешь, блин! Аптечка! Аптечка, аптечка, аптечка! О, ей завалил одного, ещё второго. Ой, тут трое, нифига себе! Так, аптечка, 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 аптечка. Вот урода, а. Еще аптечку. Так, есть, готов еще один. Где это он? Стоять, тварь. Я тебе сейчас голову отрежу. Да хватит тут держать. Убирай свое поле. Карлик меня бьет. По орешкам. Все. Голову отрезал карлику. Ой, пипец вообще какой. Так, наоборот. Это сюда. Вот это битва, блин. Их тут три оказалось. Я прочитал, что там где-то должен быть один карлик. Короче, и пошел такой, думаю. Пролив что-то прочитал. А одного я не нашел, похоже, получается. Так, сохранимся на всякий случай. Вот документы я вижу. Продолжить поиски. Блин, это еще не все, что ли? А интересно, он мне напишет, что поиски типа завершил? Типа, чувак, ну все, хватит. Все нормально, ты уже все нашел. Тут, наверное, внизу ничего нету, да? Давайте посмотрим, мало ли. Дверь не открывается. Так, так, так. Нету здесь какая-то миска кошачья. Пум-пурум-пурум-пум-пум. Так, тут вниз выход есть, а вверх-то чё? Не понял я. Мне кажется, я что-то сюда зря спрыгнул. Я вот выйти-то смогу. Слушайте, странная херня какая-то. О, выскочил наконец. А, вот лестница, все. Смогу я выйти спокойно, спокойно. Все продумано. Так, отсюда я пришел, да? И тут ничего интересного. Пойдемте дальше. Блин, стоит, черт побери. Я даже думал, как будто живу как живой. О, тут балабасики, слушай, устроились. Продолжить поиск документов. Где-то еще должны быть документы. И там должен быть еще один бюрер. Это в каком-то, по-моему, туалет какой-то должен быть. Так, я каким-то образом случайно зашел там, где была комната с этими. Наверх поднялся, получается. Не вниз, я здесь вниз прыгал, по-моему, там дырка есть, да. А здесь, наверное, надо подняться, и вот здесь вот, слушайте, старые весы, как в старые добрые времена. Сохранимся. Ребенок плачет. Не понял, дверь, говорит, открытая, и что открытая? А, дверь заперта, господи. О! Вот как надо дверь открывать. Отлично, будем знать. Вот про этого бюрера я читал, что здесь где-то бюрер есть. Булки с хлебом. Вы представляете, сколько здесь хлеб хранился, и он целый остался. Это просто уникальные условия хранения. Или хлеб такой хороший. Нам, по-моему, туда куда-то, да? Судя поплачу, нам туда. О, документы. Что, все что? Оп. Так, а вот и бюрер. Ох ты ж твою мать. Давайте тоже ножом зарежем эту тварь. Я-то думал, нам глазки такие, смотрите, убивать не хочется даже, он такой милый. Нифига себе.
Сдохни! А что с ним? А, все, я его зарезал, блин. Паша, блин. Все-то разошелся, короче. Он в туалете жил. Я был в этом туалете или нет? Они все одинаковые. Просто копипасты, наверное, сделали. Так, ну все, мне написало, что покинуть. То есть я все нашел. Все нашел. Пусть завянет и умрет. Так, и нам, наверное, вот туда нужно, да? Да, по-моему. Ох ты, что, мать. Да иди ты нахер, урод. Так, где там у меня был этот? Я и забыл. Светляк. От... Блин, где-то восстановление здоровья, восстановление сил. Электрозащита. А что, психушки я ничего не взял, что ли? А вот пси-защита. Так, пси-защиту вместо рыбки возьмем. Странно, что он за мной не идет, да? Я бы на его месте пошел бы и убил уже. А я стою такой, меняю. Еще не привык я к этим штукам. Если бы я их постоянно менял, я бы, конечно... Че, все? Дверь сама открывается. Что-то интересно. Ну что ж, ребята, я думаю, на сегодня нам приключений выше крыши хватило. Пойду я сдавать квест, наверное. Все документы найдены. Ох ты же, блин, ты посмотрите, что там зомбаки стоят. Покойник какой-то. Богдан, покойник. Есть разговор. С глазу на глаз. Ага, окей. Он реально покойник. Показывает, типа, меня зомбак видит. Да как же он меня мог увидеть, когда он мертвый? Тихо, тихо. Спокойно. Нифига здесь тварь развелась, пока меня не было. Уже 5 вечера. Так, ладно. Куда ж их столько? Ничего у него нету интересного. Так, мне разговор предложили. Ну давайте послушаем еще разговор. И тогда на этом завершим. А разговор, я так понимаю, нужно на базу найти, да? Да. Побежали. По-быстренькому сейчас добежим. Посмотрим. Ах ты ж тварь. Так. Иди сюда, ублюдок. Да что ж ты какая тварина-то, а? Он делся. Он же не мог убежать. Вот. Все. Блин, тут вампиров вообще пипец. И зря я винтовку взял, да, надо было в руки взять этот дрободанчик. С ним поспокойнее. Он огромный дамаг выдает, этот дамаг весь входит практически, если попадаешь. Первый раз, когда я шел, я двух вампиров-то убил. Я выключил запись, и на меня второй налетел вампир. Я уже не стал включать. И сейчас вот опять вампир. Да что ж ты так быстро устаешь? Целая куча документов, слушайте, обалдеть. Документы, наверное, опять нужны этому торговцу. Он покупает их вроде как. Не думаю, что кто-то еще. Послушай, майор. А, да. Да, все. Нападать не будет, слово офицера. Слово офицера. Так, на второй этаж, я так понимаю, надо, да? Это что такое? Потрошки. Ладно, пойдемте сразу, сделаем все.
Так. И где-то здесь, да? Ух ты ж. Поговорить с Ковальским. Ну что, нам покажут что-нибудь, нет? Йор, мы в полной жопе. С момента крушения вертолетов это уже не операция. Абсурд. Нас обложили. Связи с центром нет. И улучшения ситуации не предвидится. Эвакуации по воздуху ждать не приходится. Вертолеты опять не прилетели. А с такими потерями среди ребят скоро и эвакуировать некого будет. Контроль над ситуацией утерян. Нам до зареза нужна связь с центром. Радист считает, что сигнал глушится где-то рядом. Он как раз пытается вычислить координаты. Я отправил бойцов примерно в тот район. Но они пропали. Даже личные радиомаячки не определяются. Одна из твоих задач, майор, установить связь с центром. В нашей ситуации, я полагаю, это становится первостепенным. И еще личная просьба. Разыщи моих бойцов. Добро. Ну все, ребята. На этом все, наверное. Будем уже в следующей серии бойцов там искать и все остальное. Опять нас посылают куда-то. Отряд, радиопомехи. Ну, мы... Наш, получается, персонаж Дегтярев, да, уже настолько матерый, что ему какие-то бюреры и телепаты эти, которые нападают, они для него вообще уже как семечки щелкают. Особенно учитывая, я смотрю, сейчас отдел, да, от психов защиту плюс 6, так вообще красотища. Вот. В общем, будем продолжать. Следующей серии. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.